так, что я наконец-то ее уломал. Я тут торчу, как дурак, а ты там с девкой. Ладно, мне пора. Охраняй нас как следует, я надеюсь на тебя. Охрана уничтожена. Я в точке А. Вижу тебя. Впереди реку и спускайся в долину. Со спутника врагов вокруг не видно. Понял. Конец связи. Я тебя прикончу! Перед тобой, да. Ты должен видеть лагерь. Слева противник. Возможно, усиленная охрана. Ты знаешь, что делать. Я тебе мозги по стенке размажу! Сдохни, сволочь! Я на скальной полке. Спускаюсь к лагерю. По показаниям спутника, в лагере много врагов. Идешь.
Я обыскал весь лагерь. Лева здесь нет. Он на другой стороне долины. Туда можно попасть через северный перевал. Тропа должна начинаться с крыши дома. Подземный склад. Радио вырубилось, сигнала нет. Отлично. Я на другой стороне долины. Получи, пойдет!
центре лагеря. Объект должен быть где-то рядом. Я тебя нашел! Получи, гаденыш! Поймите его! Слушай, не знаю, кто ты такой, но если бы я по-настоящему захотел, я бы разнес тебя и весь дом на мелкие кусочки, но ты мне нравишься. Надо же. Мы с тобой одинаковы. Присоединяйся ко мне, и мы подчиним весь рынок кокаина в Колумбии. Эти кишки вышибу! Сука! Иди! Я тебе мозги вышибу! Гад! Не уйдешь!
уничтожу! Берегись! Как твоя рука? А ты как думаешь? Болит. Мия, давай перейдем к делу. Майор вел подробные записи обо всех своих партнерах. Благодаря этому мы обнаружили, кто основной владелец Лава Лидора. Его имя — Хельмут Кох. Кто? Кох? Вы шутите? Габриэль, но... тебе давали слово? Боюсь, это правда. Наш добропорядочный гражданин спонсирует не только художников. Продолжай. Теперь у нас есть серьезные улики, так что мы можем арестовать его. Будьте осторожны. Его вилла — настоящая крепость. Если он будет сопротивляться, стреляйте на поражение, все равно его приговорят к смерти. Вопросы есть? Вы абсолютно уверены, капитан? Вскрытие покажет, что с ним было не так. Штурмовую группу поведет Матадор. Ну да, прямо на смерть. Как в отеле Парадисо. Почему он... Чушь собачья, лейтенант. Что-то я не видела, чтобы вы совались под пули на плантациях. Театр одного актера не ваше призвание? А ты заткнись! Тихо! Приказ вам ясен? Вон отсюда!